Всем привет! И сегодня у нас 5-я серия проекта. И начнем мы ее с того, что проведем конкурс для проигравшей команды. Задача будет состоять в следующем. 5 участников проигравшей команды становятся каждая к пилону и лезет максимально быстро наверх. Она должна схватить тряпочку сверху с балки и спуститься вниз и бежать к следующему пилону. Если она подбегает к следующему пилону и там до сих пор присутствует предыдущий участник, значит он выбывает из конкурса. Итак, по кругу доводим до одного победителя. Первый проигравший и выбывший из команды получит минус 50 очков к зрительскому голосованию. И так по убыванию минус 40, минус 30, минус 20. Победитель же, наоборот, получит плюс 30 баллов. Заходим через флажок и зацепились вот здесь серединочкой стопы. Дальше, что нам нужно сделать, это вывести себя вперед перед пилоном под талию, чтобы пилон был прям четко под талией. И повисеть сначала вот в этом положении. Повисели и сварили. Проконтролировали себя. После этого опускаемся вниз под мышку и натягиваем ножку. Значит, шпагат мы попробуем на крутящемся пилоне и желательно крутиться по часовой стрелке, чтобы инерция вам помогла. Заходим во флажок, зацепились стопой, поменяли хват в нижней руке, чтобы пролезть на серединку, под поясницу. Опускаемся вниз и натянули ножку. Заходим вниз на дальней ноге. И здесь самый важный момент. Очень многие ногу начинают вести, как правильно крутиться через бок. Нам же в этом шпагате нужно вести ногу вперед на себя, как будто на джамилу. Привели ее вперед на себя. Дальше ближней рукой вылезли, как будто в райскую птицу. Только мы не ногу двигаем в сторону, а мы свой корпус двигаем. Теперь важный момент. Руку мы подставляем вот сюда, под серединочку стопы. И дотягиваем ножку до пилона.
Аккуратно спустили вес на руку, побыли в складочке и увели в шпагат. Зашли вис ногами, распорный хват, так, чтобы корпус был параллелен полу. Ножку завели вперед и схватились вот здесь, за икроножную мышцу. Начинаем опускаться вниз, не боимся. Пилон встает в предплечье, и мы раскрываем шпагат. Так, я захожу вис на дальнюю и нижнюю ногу ставлю прямо четко под пятку. Дальше самый важный момент – это ваш корпус. Он должен уйти вниз, вот сюда. Только после этого мы заводим пилон за локоть. После того, как завели, можно спокойно уже руку поставить под пятку, вес тела аккуратно спустили и вышли в шпагат. Спускаем вес и отводим ногу.
объясню в процессе. Показываю на крутящемся. Крутиться нужно так, чтобы ваши бедра вперед, да, крутились, когда мы их будем выносить. То есть, если я делаю с левой ноги шпагат, значит, крутюсь. Поднимаю ножки вверх, захватываю ближнюю к пилону ногу. И здесь важный момент. Нужно опустить пятку вниз. Опустили и завели ножку. Лер, скажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний день? Мне очень понравился сегодняшний день. Хоть я очень его боялась, но при этом ждала, потому что, в принципе, шпагаты — это такая сложная тема для меня. То есть, когда я пришла на пилон, у меня не было вообще никакой растяжки. Я до этого занималась скалолазанием, и там растяжка, в принципе, не особо нужна была никогда. Вот. Но когда я пришла на пилон, я поняла, что растяжка тут просто необходима, потому что ни один элемент не будет смотреться эффектным, если у тебя там не будет хорошей растяжки, плюс тебе намного легче выполнять что-то, когда оно у тебя есть. Вот. Но я работаю над собой. В принципе, я серьезно начала заниматься растяжкой только в этом году. Вот, и, в принципе, у меня неплохой результат для... Да, очень хороший. А получается, ты не сидела на шпагатах, да? Когда пришла на пилон, я вообще, ничего не делала. А сейчас как? Ты сидишь или в минус уже пошла? Я сижу в минусе. У меня левая нога — это 2 кубика в минус, и правая нога — это 1 куб. Очень круто. Спасибо. Сегодняшняя тренировка мне очень понравилась, поскольку я ждала эту тему, так сказать, когда я увидела, что ты написала ВКонтакте о том, что тема урока будет шпагат, я очень обрадовалась. И у меня получился тот шпагат, который я ставила себе в цели. Вот, отлично. Он у меня замечательно вышел, теперь я его не боюсь делать, чему я очень рада. А вот... Сегодня понравились тренировки, шпагаты. Это мои любимые элементы, потому что, мне кажется, когда шпагат тянется, ходит, открывается, то очень красивые получаются и фотографии, и груточки. Вот шпагат надо в себе надо скрывать. Надо, да. Но у тебя получались вот эти все затяжки, да? Хочется еще прям, чтобы ровненько дотянуть. Мне очень понравились. Хочу вот отметить те шпагаты, которые мы делали. Мы пробовали у тебя на занятиях. И у меня один шпагат, который этот больной с рукой, он у меня не получался. Я его несколько раз пробовала, у меня так не получался. И в конце концов, вот сегодня, я не знаю, может быть эфир, может быть камера, может быть обстановка, вот получилось. Ты думала, что не хватает растяжки там? Да. Тогда, да? А да. На самом деле вот там техника именно. И потом еще ты объяснила, что когда делаем этот шпагат, нужно именно наклониться вниз головой. Да, да. Угу. И вот это вот поспособствовало еще, наверное. Вот, отлично. То есть вот эти вот разбор выполнения, детали, вот они подвели к тому, что получилось. Сегодня было очень интересно. Сначала шпагаты. Кстати, для меня оказалось открытием, что шпагаты делать намного сложнее даже, чем какие-то силовые элементы. То есть я вообще просто как лимон выжата абсолютно. У меня очень много новых синяков. Ни разу у меня не было синяка на стопе, теперь появилось. Да. Просто у меня вот, я не знаю, видно, будет не видно, вот огромный вот синяк, который завтра будет еще интереснее, но зато все цвета радуги будут. Я знаю тему, что у нас сегодня шпагаты на пилоне, очень боялась ехать, потому что знаю, что у меня со шпагатами тяжко все, я тугая, хоть 3 года уже тянусь, стараюсь. Ну, если хорошо разогреться, я сажусь в шпагаты, но для того, чтобы делать на пилоне все эти красивые элементы, нужны все-таки минусовые шпагатики. Ну, ты сегодня сделала перешпагат, который... На локте, да, на локте. Получилось, я сама себе удивилась, просто дотянула прям. Чередование промежутков с высокой и низкой интенсивностью нагрузки. Сегодня мы с вами освоим метод Табата, но это будет позже,
А пока мы с вами немножечко разомнемся. Раз я здесь сказала. На разминке у нас будет два упражнения. Это бёрпи и приседания. Показываю технику выполнения бёрпи. Ставим ручки как можно ближе к ножкам. Выпрыгиваем назад. Возвращаемся. И хлопочем над головой. Приседания. С прямой спинкой, вес на пяточках. Носочки слегка разведены в сторону. Таким образом мы выполняем одно бёрпи, два приседания. Два бёрпи, четыре приседания. Три бёрпи, шесть приседаний. И так заканчиваем пять бёрпи, десять приседаний. Это разминка.
Дальше. Отворачиваемся, ложимся на животик. Супермен. И последний складочку ходит. Получается, у нас каждое упражнение будет два раза. Да? То есть мы 20 секунд сделали книжечку, складочечку, 10 отдохнули. 20 секунд удержания, 10 отдохнули. 20 суперменов, отдохнули, 20 секунд планка, отдохнули, разворачиваемся и снова книжечку. 3, 2, 1, go!
Меня зовут Алиса Вострикова. Я являюсь тренером студии Allure Dance. Расскажу немного о себе. В детстве я занималась художественной гимнастикой, затем отдала предпочтение танцам, пробовала себя во многих направлениях, выступала на различных площадках. В конце 2012 года я открыла для себя полдэнс, и этот вид спорта завладел моим сердцем и всем моим свободным временем. 2 года назад я увлеклась кроссфитом, им занимаюсь по сей день, веду силовые тренировки. Сегодня я провела интервальную тренировку, мы чередовали аэробные и силовые упражнения. Девочки очень старались, им было сложно, но они справились, и мне было очень приятно видеть их довольные лица. Я желаю им удачи. Скажи, пожалуйста, как с Алисой Востриковой? Я очень давно хотела к ней попасть на занятия, но я никак не могла себя заставить, потому что я настолько привыкла заниматься с пилоном, а тут пилона нет, и тут чисто такое занятие на выносливость. Ну, в общем, мне очень понравилось ее занятие, но в конце мне просто дрожали ручки, ножки, и мне хотелось просто лечь, и чтобы меня никто не трогал. Вот, но я чувствую, что это было эффективное занятие, и я думаю, что завтра даже я пропущу тренировку, мне нужно восстановиться. Да, это правильно. С Алисой Востриковой тренировка. Классная тренировка. Мне понравилось, когда мы проводили что-то типа мини-конкурса, ага, да, командами. Да. Это так мотивировало, что друг друга обгонять надо. И при этом ты занимаешься физически, да, выкладываешься полностью. Очень понравилось мне, да. У вас сегодня 2 конкурса было. Первый на пилоне. Да, который я провалила. Я не могу быстро забираться на пилон, честное слово. У меня уже привычка вальяжно, медленно забираться на него. И для меня было это сложно, да. Это было для меня сложно, я не смогла перестроиться. В конкурсе на эстафету наша команда снова... Снова проиграла. Я не знаю, почему, не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, вроде как мы старались и выполняли все правильно. Я не знаю, что произошло, но, видимо, чего-то нам не хватило. У вас будет новый, да, конкурс в следующий раз? Снова новый, да. Снова вы. И снова мы будем, да. С Алисой? С Алисой очень веселая была у нас такая тренировочка, очень интенсивная и на выносливость. Мне очень понравилось. Я думала, что будет сложнее, ну, как-то побаивалась, был мандраж, а так все прям как надо. Напугали, да, участницы, да, своими отзывами? Сидели там, да, ой-ой-ой, Алиса, всех накручивали девочек. Но она сильно интенсивная, очень держала нас. Я вот из всех 9 девочек я больше всего боялась этой тренировки, потому что кардио и вот эти кардио на выносливость — это вообще не моя тема, я думала, что я там не выдержу это. Ну, что-то мне так понравилось, что я, наверное, начну к Алисе ходить. Хорошо, да. Мне тоже очень понравилось. На самом деле, очень здорово. И так она динамично все объясняет так классно. И музыка такая у нее хорошая, задорная. С Алисой было реально очень круто, потому что она давала вот эту табату. То есть вот эти все... У нее прошло сколько? Наверное, час мы занимались, да? Да, час занимались. Но он прошел настолько быстрым. Сначала было соревнование, ну, разминка, соревнование, потом табата, потом эта ужасная песня на отжимание. Просто руки немеют, вообще ничего не чувствуешь. Руки немеют, отжаться не можешь, ничего не можешь сделать, просто думаешь, когда же оно закончится. Мне, если честно, казалось, что она его поставила на повтор. Вообще интервальные тренировки, функциональный тренинг мне более или менее знаком. Мне было очень приятно. Но не скажу, что было легко, потому что было действительно тяжело. Алис молодец, это мастер. И мне кажется, она гимнастка. Да. Ну, потому что это прослеживается. Сегодняшняя тренировка с Алисой Востриковой. Мне понравилось. Я это нормально переношу. Ну, было немножко тяжеловато, но... В общем, для меня это было очень даже нормально. Я очень была рада, что я не прошла этот конкурс. Да. Ну, ваша команда все равно проиграла. Опять, к сожалению, у нас какое-то проклятие. И в следующий раз вам снова предстоит новое задание. Я даже не представляю, что это будет. Мы постараемся. Я верю.